Пьемки. Я вижу. Ну вот так вот. Как в этом идти? Чух. Чуханье. Красивый. Ой, я красивый такой. Идемте дальше, друзья. Идем дальше. Сидим, скучаем. Идем, идем. Такие вот. Еще. Я. Потихоньку. Идем. Чтобы было хорошо, нужно нафиг. Все. Вот смотри, тихо. Рыбка. Смотри, такая вот. Приплывает вот там. Ведь, все боятся. Что-то вот, рыбёха. Жирная рыбёха. Все, и там вот, смотрите. Пузырьки. Бабочки такие. Вот она прям. Селфи рыбка. Оп. Буль-буль-буль. Буль-буль. Привет, Леонид. Здравствуйте. Игра называется «Поймай кого-нибудь». Поймай кого-нибудь. Друзья мои, вот смотрите, какой танк. Танк такой хороший, танк, друзья мои. С пушками. Реалитет. Вот такой, вот, типа ездит. Можно, короче говоря, проехаться на этом. Пострелять кого-нибудь. Вот, там бензин заливается. Вот, видите, такая вот клевая штука. Там типа подглядывают, вот, видите, есть камера. Эти штуки. Так. Колеса такие. Клево, друзья мои. Как дочь попала. Вот, видите, Пойдемте. Ой, сейчас идемте, друзья мои, другую машину посмотрим. Машина. Раритет прям. Боже ты мой. Вы еще не ездили на такой машине. Так, сейчас я вам покажу, какая машина. Машина такая клевая. Вот она. Вот такая машина. Видите? Кабриолет, блин. Русский. Че украинские, друзья. Вот. Такой вот, видите, с трех и четырех глазик. Вот, видите, клевая такая машинка. Вот. С лопаткой снайперской. Вот, короче говоря, такая лопаточка. Окопка называется. Если застряли, как ее называется в этом... Это вот запасной бак, короче говоря, если бензин нафиг кончился или газ. Набираете в него газ или там еще чего-нибудь. И все. И пипец. Дальше идем. Покажем другую машину. Это вот, видите, Тутси-Мутси. Машина. Продолжаем. Вот это такая красивая машина. Вот. Такая очень-очень красивая. Черная, блестящая. Вот, очень такие колеса
чумные. Вот, какая красавица. Эти. Вот такая вот. Очень-очень красивая. Двери такие. Ой, я так, смотрите, прям вот сажусь и еду в ней. Такая вот красивая. Вот так вот. Все такой красивый. Прям вот иду. Ой, тут подруги вот. Матери идут. Такой вот красавец. С подружками. Видите? Так вот. Я подругу себе нашел. Красивая такая. Ладно, друзья мои. Показал я немножко. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока-пока, друзья мои. Пока. До свидания. Друзья, здравствуйте. И до свидания. Хочу, короче, сказать всем хорошее настроение, хорошего дня, чтобы завтра был новый день. Смотрите мой канал. Пока-пока. И с вами Сергей Радищев. До свидания. Вот такой темный-темный, друзья мои. Вот такой. Тут вообще темнище, там темнище улица. А тут вот, смотрите, аж такое небище. Темное, темное, темное. Будет сибирский, мол. Все, ладненько. Еще раз говорю, пока-пока, до свидания.